видимо, 26-е, среда, 26 апреля 2023 года. Мы ходим вот к этому мосту и там под ним молимся, чтобы Господь сохранил его от взрыва, от всякой мерзости, которая тут делает он. Крымские то не поберегли. И сегодня пришли, вот написано, причал номер один. Подошла какая-то баржа. Ясное дело, что это... Вон мужика заснимите. Вот. Он внимательно на вас вот смотрит. Она большая. И сделали к ней заход какой. Вот видите, какие. Да мало того, там еще одна. Вот видите, как каждый день ходить, видите. А вчера не было еще ничего. Вот этот мужик как охранник стоит тут. Сейчас, подождите-ка, ну давай. Смотреть. А вот рядом речной порт, дома были стояли, пришли, ничего нету, все отдали, продали, видать, и строится. Стройка, видно, серьезная. Работают бульдозера, краны. Я заканчивал этот колледж, говорю, тогда назывался строительный техникум. Ничего этого не было, что они сейчас делают. Там стебежлят, потом арматуру туда, я гляжу, что делать. Почему? Видимо, чтобы не было сотрясения, не дать трещины в земле. Ну, я так примерно могу догадаться. Это рядом река Обь. Вот. Вот там. Дальше. Пойдемте-ка. Вот так мы идем. Идем по ступеням. Вот уже дошли практически из дому. Я ходил один, а сейчас мы ходим с Любовью Николаевной Фатеевой. Вот она двумя палочками. Говорят, шведская. Да что, палки в руки нельзя было брать. Шведская. На лыжники всегда так ходили. А человек, он может летом думать, что зима наступила. О! Там дома какие там называются. Бригантины или как. Волна. И все. А там дальше храм Иоанна Предтечи на горе. А было кладбище. А делали какую оборону. Там какие 100 с лишним лет назад. Вот и все. Вот, сегодня мы уже 27-е должно быть. Баржу подогнали. Каби. Ну это будет навигация, туда будут кораблики эти подходить. А там, наверное, кораблики будут. А это сейчас они закрепят ее. Вот второй тоже. Отдельно там видно. Там уже пошли люди, видишь? Ну? А лестница, люди уже идут. Ну, видать, работники идут, приехали. Да. Ночевали, пришли домой. Это не другой город, Барнаул. Ну, там растягивают провода. Человек работает. Прямо около моста. Около самого моста. Вот 5 быков. В каждой быке это связка 3. И таких 5 в воде. 1, 2, 3, 4, 5. 5. А 2 там дальше идут, уже по сухому месту. Думаю, что поднимется, если вода. А там к этим машинкам он пришел. Видно, что милиционер проверяет. Не хватает, растащили какие-то эти самокаты. Вот мы сейчас пойдем сюда молиться. Вот первым 3 ступеньки поднимаемся и молимся. Видишь, сколько наставили скамеек. Скамеек не было. Еще вчера не было. Вот они. Да эти уже вчера стояли. Вот эти шезлонги. А? Шезлонги вчера уже стояли. Вот эти. Ну стояли. Эти, не было сидений. Смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 сидений. На каждое сиденье человека 3. Сейчас будет у них уже сезон. Это... Вот так. Как называется это? Вот так. Навигация. Навигация. Поэтому они готовятся к этой навигации. Люди работают, расслабляют свой труд. А там буй поставили уже какой-то он белый. И красный буй поставили. Ого! Это не было вчера. Вот здесь тут буи поставили. Вот он, белый буй. И там красный. И там на подходе тоже так же. Нет, еще-то, вот еще-то не видать.
На этой стороне тоже было что-то. Буй вон стоит. Белый. Ну нельзя, это далеко. Не берет. А это вот мы идем сюда, помолимся, да и домой. У меня колени болеют. По милости Божией. Хожу, разминаюсь, утром гимнастику делаю. Ну, как-никак, там что, больно? Боль не надо считать. Боль – это не болезнь. Она указывает на то, что там что-то не так. Это не болезнь. Наткнулся на что-то где-то. А главное это, в этом вопросе – надо быть перед Богом свободным. Благодарить Бога за все. Меня по поликлиникам, по больницам таскали, а лечение даже не представляет. Никакого, совершенно. Ну, вот личный врач есть, два раза там коленем электрически поставили. Я почувствовал, что мне это не надо. И обратно отдали, и все. А когда были чири, подмазывали, это мне помогло. Чири по поясу, не чири, а так, свищи. С чего ради? Никогда не болел. И сразу четыре болезни перенес. Четыре. Благодарю Бога.